девочки и мальчики, разминаем пальчики. Пока Елена не пришла и игру не принесла. Весело попляшем и друзьям помашем. Замечательная гимнастика у меня получилась. Ой. Что такое? Ой. Что, Елена? Доброе утро, ребята. Доброе утро, Мишутка. Привет, привет. Заждались мы вас, Елена. Ой, тут такое приключилось. Что? Лифт отключили. Как? Или сломался. Нажимаю, нажимаю, никак. Нажимаю, нажимаю, никак. Пришлось пешком, по ступенькам, да так высоко, высоко. Ой. Поэтому и опоздали, да? Да. Ай, не волнуйтесь, Елена. Мы тут время даром не теряли. И сделали с ребятами пальчиковую гимнастику. Мишутка, ребята, какие вы молодцы. А я принесла новую игру. Кто нам все цвета напомнит? Кто загадкой удивит? Кто весельем день наполнит? Кто покажет алфавит? Если цифры позабыл ты и считать не можешь сам, не грусти, наш друг Елена всем поможет малышам. У нее всегда с собою развлечение для детей. С увлекательной игрою нам учиться веселей. Ой, какая красивая бабочка! В магазине купили? Ну нет, сама сделала. О, сами? Значит, и я, и наши зрители тоже могут сделать себе вот такую бабочку? Конечно! Мы берем обычную коробку, вырезаем вот такие кружочки. Берем цветную бумагу, вырезаем крылья, приклеиваем, и получилась вот такая бабочка. Замечательная бабочка. Елена, а как играть в эту игру? Сейчас я расскажу, но мне нужны шарики. Одну минутку. Вот какие у нас разноцветные шарики. И что мы с ними будем делать? Мы будем бросать бабочки прямо в крылышки, потому что крылышки у нее разноцветные. А-а-а, я понял. Давайте бросать. Какой шарик? Желтый. Бросаем в желтое крылышко. А это? Красный. Бросаем в красное крылышко. А теперь, Мишутка, пусть ответят ребята. Хорошо. Ребята, какой шарик? Неправильно, подумайте. Синий, да. Верно. Бросаем в синий. А это какой? Ну, конечно, зеленый. Вот так. Посмотри, какая отличная получилась у нас игра. Да, замечательная. И каждый может сделать ее дома. Мишутка, а ты знаешь, что эту игру можно усложнить? Как это? Правой ручкой возьми желтый шарик и отправь его в крылышко синее. А можно я попробую? Попробуй. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Возьми левой лапой так, синий сейчас. Шарик вот. И отправь в желтое крылышко. Пожалуйста. Попал. А еще можно использовать эту бабочку, чтобы научиться считать. Например, возьми 3 шарика и отправь в зеленое крылышко. Возьми 2 шарика и отправь в красное крылышко. Ой, отлично мы поиграли. А самое главное, что можно сделать эту игру дома своими руками. Да, думаю, что наши зрители уже ищут пустую коробку, клей и цветную бумагу, чтобы смастерить такую же бабочку. Ребята, сделайте такую бабочку вместе с мамой и папой. Присылайте нам фото. Мы будем ждать. И не забывайте смотреть нас на канале «Карусель» в рубрике «Игроблог». Пока! Пока!